В областном историко-краеведческом музее готовятся к новой выставке. На этот раз на стенах заведения будут висеть не полотна из фондов музея, а современные творения. Авторами этих картин стали жители Кустаная нашего времени. Работы очень интересные, выполнены в разной технике. Это техника крестик, вам известная, крестом, бисером и также гладью. Работы, они все разные, это пейзажи, натюрморты, это многофигурные композиции. Стоит отметить, что эта выставка получила название «Магия рукоделия», и, видимо, не зря, потому что каждая из картин действительно шедевр творения человека, каждая из них заслуживает внимания. И при первом взгляде на многие полотна даже не сразу понятно, написаны ли картины маслом, запечатлены ли мгновения умелым фотографом или же все-таки вышиты кустанайскими рукодельницами. Мне очень понравилось, это портрет мамы. Очень интересная работа здесь. Вот именно как будто живописная работа, написанная именно маслом. Если внимательно посмотреть, здесь полностью цвет подобран, цветотень, все переходы плавные. Очень часто, да, люди, которые пишущие маслом, они не могут именно уловить сходство. А тут, я думаю, что очень тщательно, хорошо подобран именно цвет, и именно художник уловил сходство с портретом именно матери. Выставка «Магия рукоделия» откроется 20 апреля. И, как говорят работники музея, учитывая интерес посетителей, она будет ежегодной. Александр Стаканов, Ярослава Богатырева, РТН.